конкретно в Севастополе знаю, в моем районе, но получается, что да, что знаю, в центре города, под городским холмом. Ну, людям надо сообщать, где бомбоубежище. Мы не знаем, где бомбоубежище. Я и половина граждан, мы не в курсе просто этого. Но я надеюсь, что не придется им воспользоваться. Ну, знаю, да, на Суворова. Ну, там теперь музей. Потом было еще бомбоубежище, там, где диалог. Раньше там был ресторан, потом на первом этаже. Сейчас я не знаю, что там, какие-то бутики. На Большой Морской. Они заняты под магазины. Я знаю, что месяцев два назад в Симферополе был опрос жителей, у кого есть подвалы в домах, а у кого есть бомбоубежище. Относительно ходили как бы представители МВД и опрашивали. Чтобы такое было в Севастополе, у меня нет водных. Я думаю, что они находятся в хорошем состоянии. Ну то, что я не знаю, это я вам от себя лично скажу. Потому что бомбоубежище, еще когда я с молодых лет маленькая была, у нас в школе всегда говорили, что у нас на крайний случай имеется бомбоубежище. Ну, бомбоубежище, наверное, мешать ближайшие. В домах, наверное. Надо взять вещи основные, документы, воду, ну, еду, может быть, и выбегать на улицу. Да ничего не делать, в современных условиях, моя хорошая, я думаю, что мало что поможет при современной войне. А как я поступала бы? Ну, вышла на улицу, выбежала, взяла, успела бы схватить документы какие-то, ну, где-то какое-то укрытие искать. А что, если нет рядом бомбоубежища? Ну, жизнь дорогая штука, что-нибудь придумали бы по ходу.